сделать красивые фотографии, нам понадобится фон. Фоном может быть все, что вы захотите. Стена, пол, дверь. Но в моем случае это простыня бежевого цвета. Чтобы украсить свои волосы, я взяла декоративные розочки двух цветов. Но вы можете вырезать их из цветной бумаги. Также для украшения подойдет обычная лента. Чтобы фотография получилась ярче, вам понадобится настольная лампа или вы можете включить вспышку в камере своего телефона. Но я использую светодиодную лампу. Приступаем к работе. Сейчас я готовлю фон. Разложить украшения на волосы и сделать фотографии я попросила свою маму. Моя съемка подошла к концу. Желаю вам удачи в создании классного кадра. Еще увидимся. Пока.